Скажи мне, где женщина. Твой рай. Звук, конечно, да. Тебе тоже. Ну как? Да, нормально? Нормально? Из крыльев, из воли, земля прощается. Да, пошла. Тобой, сквозь пепел, сквозь пламя, сквозь травы, я за тобою в рай. Под крик улетающих птичьих стай, я за тобой в огонь, навеки сжимая твою ладонь. Люди увидят. Сможешь верить себя, ты сможешь верить себе. В душе греха не тая, не доверяй. Не, ну это человеку таким надо быть. Ну, типа такого у меня было. Ну? Кто хотел на шейке больше? Так, мы шлеем. Так, комментарий ставил. Чем же намазать, потом стирать? Пусть намазано, наверное. Мушку! Блин! Все уже, да? Ну, и вон она вся уже в этого сдохла. Я не зажалась. Девочки, это свойственно. Зажиматься. Вот пристаю. Она хорошая прям. Вон, приду на следующую, расскажу, что мама сказала. И она мне такое еще сказала. Сделала бы себе кого-нибудь. Костя, ты вообще видишь? Никак. Вот до туда надо было бы сделать.
Да нет, там легко. Пластырь, господи, ты мне сейчас зампотылся, он скажет, где тебя лечили? В каком месте? Самой страшной. Меня снимай, скажи. Что-то по-другому стало. Другая иголочка, другая машинка. Да? Так, не дергайся, успокойся. Скажи спасибо, что не такой длинный. Нарисовался, я возьму. Только не снимай мое лицо. Я его снимать. Я не могу расслабиться. Я недоволен. Кать. Или нет, в больнице была. Че, мышку будем делать, нет? Ты что-то зажалась-то вся. Да я стеснительная всегда. Всегда.